Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему городку. Вот хочу вам показать памятник. Называется «Царь-плотник». Очень интересная история вообще связана с этим памятником. В 1910 году такой памятник уже был на Адмиралтейской набережной. Его сделал скульптор Бернштам. Это было в 1910 году. А в 1911 году эта же копия этого памятника была подарена голландцам, потому что здесь, в общем-то, изображается обучение Петра в Голландии, когда он учился строить корабли. Вот. Но время идет, то есть был памятник на Адмиралтейской набережной, и одну копию подарили голландцам. Время идет, приходит советская власть, считает, что памятник антихудожественный, его берут, вывозят в Летний сад, и до 1934 года он там и простоял. Через некоторое время этот памятник переплавляют, и, в общем, памятника-то и нет. Были различные статьи в прессе о том, что он плохой, уродливый, ну и так далее. Но время идет, все идет, все возвращается на округе, как говорится, своя. И вот в 96-м году, 300-летнему юбилею российского флота и великого посольства Петра I в Нидерланды, памятник царю-плотнику вновь поставили на Адмиралтейской набережной. На торжественном открытии монумента присутствовал принц Оранский, наследник престола Нидерландов. Вот такие дела, вот такой памятник. Будете, точно его не пройдете, если будете гулять по набережной нашего городка, обязательно обратите внимание. Очень крым, ну вот лично мне он очень понравился, очень хороший. Все, всем пока, всем привет, до свидания.